Это как бы проще всего. Это вот, значит, солод
изюм, абрикос сушеный, это слива сушеная, это вот традиционный вкус. Забыла. Ну, остальные раздадите. Молодцы, девочки. Пойдем в первую. А там дом открыт, да? Попа. Давай. Еще. Ты класс будешь? Нет, буду. Конечно. Ты можете попробовать. Угощаю всех класса. Вот тебя угощают классом. Это слива, да. Слива традиционная, абрикосовая. Это все береза. Добавь его. Это здесь добавлением красного вина. Вон рубашки продаются еще, да? А, для вкуса или чего? Да. Значит, это... Thank you.
Посмотрите, какое отношение.
Не в храме просто так нельзя показать. Это тут вон. Вот я показываю книги. Да, вот, да, да. Новый Завет. Это впервые за 2000 лет вышел. В сторону Толкавина Откровения. Вы видите? Отец Игнатий мне такие подарили. Отец Якин. Да. От вас. Да, да, да. У меня 50 лет вышел на оформление. 297 комментариев даю. Впервые за 2000 лет. Такое вышло. И восточный, и западный церковь с откровением, потому что полное толкование у нас это не было нигде, впервые из них. Да мало того еще, сколько тут? 330 иллюстраций, если там, да, выше иллюстрации. Все фотографировал, все годы это вот это, чем мы делаем. Сейчас уже лет 30, чем больше я показал. Теперь я не умею нажаловаться.
А Гедеон был тогда. Ну, вот какие образцы, но они никакие. Они ничего не было. Я вот так, вода плещет, полоскую. Дороги же не поеду не было. Сейчас вы едете, даже не замечаете. За два года у меня 370. Я больше миллиона обожаю. Если бы вы у меня почти 10 миллионов. 50 тысяч, да? Я просто говорю, потому что хвалящийся производство. Вот это, как я вас слышал, это 62 года. Я с первого часа работал, я заработал 90 рублей в жизни. Опять же, я все деньги заработал. Я заработал, 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 я а мое благословение. Господь говорит, проверьте эти сети, вы знаете, как это стоит. Малахия говорит. Вот это тоже уже неправильно. Там не сказано, что он был брат. Здесь он священство. Вот. Не надо выдумывать. Ем никаких. Это ему не стоит. Он исповедовал, но я хочу. Он через меня пришел. Я только на 6. Дальше патриарх Алексей Тобрый. Точно так же. На 60 вопросов, на 6. Слава Брящинского, митрополита Адриана выбирает точно те же ответы. А где там выбирает Кура? Я Кураев в книгах поминаю 120 раз. И Кураев говорит, ты гнать меня по всем бочкам пробил. А когда говорит, кто самый знаменитый нечер, Берещин там называет меня. Понятно? Они не могут удержаться. Почему? А у меня нет никаких других талантов, как говорит правду. Я вижу, не знаю, что Божий будет, и один уже царство Божий. Я поэтому я тебя люблю не просто так, как вот, знаешь, это я. Вот кто такой Сашка Милый, а у Украины, сколько-то БТРов побил, в Чечне работал, и за ним гонялся, он прокурора загал, что крестом. Билла это было прозвище какое-то, какое было. Вот. В Москве был, и умер не отдать. А находитесь со всеми языками, с коммунистами, с руманами. А вот Сашка Белый, он вообще был общий язык. Я бы искать не знал, это я. Да, обращение к Богу, это я. Я всю жизнь готовился стать террористом. Уничтожать коммунистов за все, что они делают. Я готовился, как прятаться, как стрелять. Я с одной рукой, как у любого врага с ружья снять. Я день и ночь тренировался. Чтобы на железе, скоро спать там, в колодце. А Господь меня избавил, как пал, теперь зарабатывать себя. Но я ничего нигде не сделал. Я только готовился. Вернулся из армии, у меня курса забрался. В армию пошел записываться в уже. Вообще, дурнее еще нельзя придумать. От чего меня Бог спас? Меня не просто спас, он остановил меня на безумие. Вот как. Там Бог. Когда сегодня я говорю, какие-то, я ничего не могу им отвечать, у них ничего нет. Священник там, скорбская партия, на другая партия, а у них ничего нет. У меня воспаление голоса, не знаю, ничего нет. Но он сказал, архиерей, даже в случае чего он меня там расцеслал, он меня выбросил на улицу с ребятишками. А теперь напротив, где мы беседовали, ролики, он уничтожает, взламывает. Совершенно фашистский. Я ничего не могу ему сказать. Я каждый день борюсь. Каждый день. У него нет квартиры. Он на меня самый лютый такой. Лютый, просто бешеный. А я не знаю, почему. Я ходили молить Господу. Отцу съездил, дай квартиру, не выжить. Это что он говорит? Это он говорит, это не я говорю. Поэтому он отвечает за свои слова. Был один человек, говорит, я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. И кто это говорил? Любимый из них я ниже. Но хорошие слова я взял. Я четко и ясно говорю, глава, стих. Какая книга, какая страница. Ты проверил и сказал. Так он еще не своего не сказал, когда ты на книге. Я не сказал. Я просто знаю, я открыл, чтобы ты тоже знал и был просвещен. А говорит, ты вооружен, можешь не сдавать. Они ничего не могут делать. И Бог дал, который был, который
Недолго совещали, не считали, как я, что мной не начало, но и не кончило. Смотри. А под конец приехал Потеряев, посвятил все. Карты не вроде бы. Это человек, человек это космос. И вдруг Бог присылает от этого сердце. Это подарок. Все же. Дьявол любимого спасет, объятия, улыбка и прочее. Это Бог дал вдохновение нам. Конечно, я не скрываю, что хотел, чтобы он был с вами вместе. Ну, уехал бы теперь, был раскрытый Бог. Это Бог делал так. А вы такого архиерея знаете, что он поборы не брал, едет по епархии, там это когда с кем, свиту собой берет. Я говорю, знаю. И что он бедно живет? Я говорю, на сходу живет. А кто это такой? Я говорю, не знаете, у нас он есть. Будет добрый наши тихие. А потом 5 лет был домодедовский. И подряд кем было. Сделал. Покажи. Собачка его тоже знает. Так это больше не знаю. Вон там. Ага, вот. Вот как-то его тут не видит, и говорит, вот Игнатия обвиняет. Его он не обвинит. Он говорит, слушай, православный, я 13 лет тут был на епископом. 13 лет. Это его слова. И им говорит, я даже ехал, два раза в год, я надел еще просто мою шапку, мою историю надел. Приём приглашения. Интересно. Шапку на шапку. Вот если не будет направлять, это Бог так делает. Он никогда, ну конечно, батюшка не знает. Он никогда не будет. Ремонтировали, следует колокольник, жесть привяжет веревкой, залезет, сам поднимает. Ну какой епископ? Я был архонтом. Кто полезен? Так это не только я. Я начинаю понимать, когда что? Мне выдумать ничего не надо. Это жизнь моя. На таком поле, что жить на поезде, да? Ну, у вас в Москве есть. Вы выступаете там, Павел Бачко. Слышали такого? Доктор Богословия, Московская Патриархия. Он говорит, по-разному воспринимают. Но то, что тысячи лет жизнь в православии, все до того, Московскую Патриархию, это никто не может отнять. Понимаете или нет? Выступали, ни один никуда нет. Все мои 10 минут, а мне 5. Я 5 минут это говорил. Человек подходит, я говорю. У нас все помешали, но... А как там? Я не знаю, я бы сейчас открыл. А выступали священники и епископы, это Бог делает избрание, за тебя возлагает, и не надо. Я повторяю, тысячу раз, еще он еще нет, у меня нет другого образования. Я ничего не могу, совершенно ничего не говорю. Фуражку мне подарили, сапоги подарили офицеры, до получающего. Вот, я. Иди государь. Сейчас послушайте одного офицера. А, вот он офицер. Это вот и есть офицер. Понятно. Вот посмотрите. Вот это вот диакон. Я мешаюсь маленько. Я вел занятие в летном училище, высшее авиационное училище. Так было? Вот он здесь. Сколько людей там было, которые пришли. Бог открывает, я не видел. Важное самое, быть со Христом. А если умрешь, не смех, то я умрем еще лет. Какой выход даже? Главное – это душа. Вам Бог позволил здесь быть. И зависит, как вы напечатаете и увидите. Можно, конечно, и так повернуть. Но черная ядовитая есть такая, грудь, в Австралии. Ее все боятся. А честный, который еще, его все радуются, приглашают к себе. Я говорю, у них один журналист работал, вот корреспондент. Ритунский Андрей Васильевич, правильно звал? Вот. Он зачем 27 лет, и там 2 года, 29 лет приезжал, да. Ни разу не солгал. Андрей Куряев говорит, вот я исследовал, за 2000 лет православие ни один в семье не канонизировал, не сравнимущий. Никого нету. А вот монах его, вот, а почему говорит, не канонизировал? Человек, который на подошве взять из другого. Понятно? Или другой вот такой-то. Такой простой мирянин, и он детей выучил, и они просто приносят одним врачом, другой учителем, и сеет Слово Божие. Почему не канонизируют тёлоса? Герасима Петровича Павского, главный переводчик Нового Завета, почему не канонизируют Герасима? А в пустыне Герасим один живет, у него лев, заодно вытащил, он ему служит. А когда умер, лев поднялся на лапу, ударился ему. Одного самоубийства воспитали, два. А его канонизировали. Через это миллионы людей пришли.
их анализировать, как она не просто воспитатель, а профессор духовной семинарии Академии Пасхи, воспитатель царских детей. И когда перевел для студентов Академии, чтобы понятно было, Ветхий Завет, а студенты семинаристы налитографировали, поднялась вся жандармерия, его свергли оттуда, и батюшка его решился, и сад его защитить. Священники все поднялись, да вы что делаете? Один пришел, там амфитеатр, пилорет был. И он приходит и говорит, ваше старское величество, вы не понимаете, что он сделал? Он Библию на русский язык перевел. Он говорит, ну люди должны знать, старское величество, люди будут знать Библию, в стране революция будет. Я так ахнул. Я долго искал ответ. Почему? Пойму, что не в ту сторону вели 2000 лет. Совершенно. Бог не устраивал эти поминки, которые вы делаете. Ни кандила, ничего не было, я все признаю. Но нет, это не первое. На первом месте идите и благовествуйте. И будете мне свидетелями до концов земли. Где? Когда ходят? Ноги болят, да потому что не ходишь. Профессиональная болезнь священников. А у проповедника ноги какие? Прекрасные ноги благовествующие. Они все время в ходу. А ты понимаете, что один раз пережить, а вы имеете право так, обычно человек, если не такой, имеем право, мы прошли от Владивостока до Лиссабона. Прибалтику и Скандинавию, и себе север, я везде дарил книги. 600 городов всего. А это 38 книг, 750 евро. Умножьте на 600, а потом умножьте на курс 70. И получится 52 миллиона подарил только, а ничего нет. Это Бог делает, это никому не повторит, никогда. Почему? Значит, напиши книги сначала. А каждая книга у меня 752 страницы. Это экономика, политика, ответы на вопросы. Я сейчас говорю. Патриарх Кирилл, до него был и этот Алексей. Все отвечают на 10% только правильно. А поэтому у вас враги будут. Да если даже и будут, что из этого? Тот, кто в вас больше того, кто в мире. Вас Господь Дух Святой, а там Господь. Они ничего не сделают. Никогда. А потом... Вот я выхожу на Покровском соборе, на паперть, а там, знаешь где, Покровский собор, там бабки падают, за ноги хватаются, простите, за вас говорили, я поверила. В общем, мы одну дрова напилили, другой снег с крыши, валенки починил, то другое. А люди там видят, ничего нет. А вон великий, вот она стоит, у Оля, у них священник. Как его, Гребнёк или как фамилия? Гребенюк. Выходит и говорит, как говорит, что люди появились, как шпионы, с бородами тут. Нас... Поясные. Она там служит здесь. А потом приехал сюда здесь с мамой служит. Ну что спрашивают, малодушная. Потому что этот архиерей тронул. А ты сейчас там появился всем отрубил, чтобы кто поедет, место лишаться. Первый раз послал. Майдан с Украины. У нас одна женщина, которая нашего круга, и она переехала к Лычке Ребрихинского района. И он ее в храме запускает тамошний. И она стоит на улице, у нее валенки промерзают до земли. По сегодняшний день, который год она в качках, наша женщина, и запускает храм, а прихожан совсем человек. Это что, по-христиански? Мы уже говорили, она подошла в Владыке Сергию, благословенно. Да что такое, да Бог благословит, а то не пускает. А он говорит, что это относится к тому. Он не имеет юридических... Канонически не имеет права сказать, ты отойди всем. Загубит и не загубит. Спасибо, Господи. Помощи Божией вам. Дай Бог здравствуйте. Володя. Батюшки, благодарим вас. До свидания, Володя. Василий Христов. И вам всего доброго. Так, вперед, рис. Молодец. Да, вы можете с ним поговорить со старостой.
Давай это. Грузим. Мы поехали. Игнать Тихонович. Господи, да, все Сидоров. Поняла, 29 лет фотографировал. Мировой фотовыставка первый пенни берем. Ну это понятно, да, конечно. Ну спасибо большое. Слава Христу. Спасибо. У нас говорят, есть спасибо, спаси Христу. Мою спасибо. Мы поехали. Брат Игнатий. Домой? Домой. Давайте. Значит, гостям. Порядок такой. Первый день, как приезжают, если где-то ночью ехали, ну не с Барнаула, конечно, то разрешается спать сколько хотят. На обед разбудились. Ну, ночью, чтобы они чтобы ужин во сколько, скажи? Всегда в 7. 19 разогреешь суп, утром 8, 27. Опоздали на себя. И закипятишь воды, травы какую-нибудь набросаешь. Ну, ты-то как будешь лучше все равно. Так что не жалеешь, что тебе ноги. Погода будет. Раз в пять в день купаться будет. Там ягодки от компота. Какие игры устраивают? Ягодки от компота. Качели разные. Уже шалевейте скоро. Да, конечно. Еще они приедут. Приедут. Попозже. Так. Двадцать лет здесь был пустырь.
Однажды вечером
Случилось нечто странное. Даже после того, как все легли спать, свечка продолжала весело гореть на подоконнике. Никто не потушил ее. На дворе бушевала пурга. Ветер выл и свистел, крутя снежный вихрь. Через неплотные оконные рамы на свечку попадала холодная струйка воздуха. От этого свечка таяла еще быстрее. Но пожалею же себя хоть чуть-чуть, ведь уже совсем крошечная. Если в доме большие свечки, вот они пусть и светят. Меня поставил сюда мой хозяин. Это мое место. Я должна отдавать свой свет людям. Это безумство, понимаешь? Безумство. В этот момент под окном послышался шорох. Кто-то постучал в дверь. Дернул за ручку. Хозяин открыл дверь. Ох, я заблудилась. Дорогу перемело снегом. Я блуждала несколько часов. Думала, заблужусь. Упаду и умру. А тут увидела огонек возле окошка и поняла, что рядом жилье. Слава Богу, мы для того и сами не сыщем на подоконнике. И в такую пургу не часто выбиваются с дороги. Добрая маленькая свечка, ты спасла сегодня человеку жизнь. Спасибо тебе. Пойдемте, вы сможете нас согреться и передохнуть. У каждого из нас какой-то маленькой свечке есть место, где мы можем светить. Есть и люди, которым мы можем помочь. И неважно, маленькие мы или большие, мы можем служить нашему Господу, делая добрые дела по нашим силам. Аминь.